Сегодня мы хотели бы предложить видео приготовления салата «Грибная поляна». Для приготовления салата нам понадобится филе куриное, грибы маринованные, картофель, морковь, зелень петрушки, зелень укропа, лук зеленый и майонез. Грибы и курицу мелко нарежем. Картофель и морковь натрем на терке. Зелень порубим. Выложим на блюдо слои салата в следующей последовательности, смазывая каждый слой майонезом. Грибы, зелень, морковь, картофель, курица. Салат поставим на 30 минут в холодильник. Затем перевернем тарелку и выложим аккуратно салат на блюдо. В результате грибной слой будет верхним. Украсим салат зеленью и грибами. Приятного вам аппетита! До скорых встреч!